Конечно, выпускной в детском саду сильно отличается от школьного последнего звонка. Но вот по важности они абсолютно равнозначны. Для большинства детей это первое в их жизни серьезное испытание, к которому они готовились не один месяц. Тем более, что выступать приходится не только перед родителями. Среди зрителей на этот раз глава городского поселения Одинцово Александр Гусев, приехавший не с пустыми руками, а с подарками. 30 лет я ездил каждый год в школу на последний звонок. В этом году я решил поехать в детский сад. И вы знаете, вот видя наших детей, я ничуть не жалею, а наоборот. Это намного интереснее, это намного увлекательнее с точки зрения здесь вот, ну вот они какие есть, такие они и есть. Вот они стоят и танцуют танец, а смотрят на папу и на маму. Вот как папа и мама даст оценку, рукой помахать, чтобы они его увидели, чтобы они оценили их труд. Каждый из нас хочет, чтобы наш ребенок, внук, внучка были достойными той семьи, где они растут, где воспитываются. Поэтому успехов вам, всего самого наилучшего. Детский сад номер 23 стал сотым дошкольным образовательным учреждением, построенным в регионе в рамках губернаторской программы «Наше Подмосковье. Приоритеты развития». Сегодня он по праву считается одним из самых лучших и наиболее современных в Одинцовском районе. Здесь в 16 группах полного дня занимаются около 400 детей от 3 до 7 лет. Выпускники детского сада с полным на то основанием считают, что отправляются во взрослую жизнь. Только пока для них взрослый мир – это будущая школа. На утреннике завтрашним первоклассникам говорят «до свидания», потому что здесь, в стенах первой «Альма-Матер», их всегда будут помнить и ждать.